Добрый день, всем привет, магазин Истехник, Санкт-Петербург. Сегодня у нас обзор лодки ПВХ Риф Тритон 420. Риф Тритон 420, вот он. Он идет в комплектации, отдельно идут банки весла. Сама упаковка меряю. Сама упаковочка у нас 1,30 м шириной. Ширина 65 см. Высота сантиметров получается 27. Ну и упаковка весел и банок. 1,10 м на 30 см. Комплектации идут. Смотрим. Здесь в этой сумке две банки. Вот они. Мы их установим. Два весла. Вот ремкомплект, клей, сама эта сумка, ну и сама лодка упакована вот в таком чехле, очень удобно собирается, никаких молний нет, вот так вот все расстегивается. Вот сама шкура. Сейчас мы ее взвесим, у нас есть весы. Также в комплекте насос 7 литров ножной. Сейчас будем взвешивать. Итак, у нас на весах шкура лодки 4,20 3 тонн. Смотрим на весы. 45 килограмм 400 грамм. Это вес самой шкуры. Сейчас взвесим весь комплект. Взвешиваем дальше. У нас идут банки. Они в комплекте. Две банки вот такие. Смотрим. 5 килограмм. Плюс 2 весла. Плюс насос. Плюс сама сумка и комплект. Так, еще там сумка. Сумка на лодке. Итого 10 килограмм. Там было 45. 56 килограмм комплект. Лодка и банки. Ну и все остальное. Итак, разворачиваем шкуру 4,20 3 тонн. Вот так вот она сложена. Вот он, пластиковый интерцептор. Будем качать. Начинаем качать задний баллон. Клапан снаружи, очень удобно. Качаем задних баллонов. Качали задний отсек. Для чего мы делаем сначала задний? Здесь чашка внутри. Видите, вот она. Вот чашка. Она выдулась вперед. Так как передний отсек самый большой, мы чашки выдуваем вперед из задних, чтобы было равномерное распределение воздуха. Итак, мы накачали лодку Риф Тритон 4,20, оранжево-синий, темно-синий цвет. Вот она 4,20. Это лодка 4,20 размер. Баллоны 55-е. Транец. Тройка. Максимальная мощность двигателя 30 лошадиных сил сюда можно поставить. На эту лодочку 30 лошадиных сил. Высота посадочки. Сейчас посмотрим, сколько здесь у нас высота. Так, не вижу. Сейчас.
Так, смотрим. 37, почти что 37. Так, с этой стороны смотрим. 38. Ну, в общем, 38. 38 высота. Сидим высоко, очень удобно, комфортно, ноги не затекают. Баллоны 55, еще раз обращаю ваше внимание. Шикарная лодка, Тритон. Оранжевый цвет. Вот две ручки спереди, это третья для прицепа. Хорошие швы. Померяем кокпит. Ну, в этой части у меня 90. Почти 90, да. Так, это есть. Хочу измерить высоту лодки. Ну, примерно мы сделаем это вот так. Высота лодки. Где-то 64, да? 62. Давайте высоту транса померим. Высота транса. Смотрим. 40. Сороковка. Это под эску ногу. Нога эска стандартная. Ну что, перевернем немножко, посмотрим с другой стороны. Смотрим дно в этой лодке. Пластиковый интерцептор. Новый пластиковый интерцептор в виде крыла чайки вот здесь вот. Вот он. Значит, широкий, с таким крылом. Это дает быстрый выход на глиссер. Это хорошая управляемость. Лодка очень послушная, в поворотах не заваливается, стоит устойчиво на килях. Это стеклопластик, очень прочный и надежный. Никаких проблем с ним нет. Улучшает ходовые качества лодки. Лодка Тритон. Вот они идут. Два киля основных, один посередине. Разрезает волну. Кили забронированы. Вот привал идет. Здесь, в начале и на этом. Также вот эти две ручки. Нам их, о них говорил. 55-й баллон. Здесь тоже бронь. Вот она. Девятка. Угу. Вот, перевернули лодку. Она, смотрите, выше меня. У меня 1,80 м. Ну вот. Широкая, удобная, вместимость до 7 человек, да? Это дно тримаранного типа. Широкое, устойчивое на воде. Вот интерцептор пластиковый. Здесь все потоки воды идут на винт. За счет того, он быстро выходит на глиссер. Такой размер. Сейчас перевернем, посмотрим дальше. На лодку еще с этой стороны. Значит, здесь две ручки. Да? Вот две ручки. Здесь идут внутри вот такие колечки для крепления бака. Меряем сами банки. Сами банки 1,10 м. Ширина 23. Идут еще две ручки с двух сторон. Вот одна ручка, вторая. Для человека, который будет управлять двигателем. Весла. Ну и двойные ручки спереди. Вот они. Также здесь имеется. Здесь с этой стороны два кольца. Здесь два кольца для фиксации бака или же вещей. Вот здесь вот натягиваем, фиксируем вещи. Обратите внимание, на донышке стоит аварийный клапан, который защищает дно. Он на донышке стоит. Качество швов отличное. Сейчас я про них расскажу подробнее. Дальше хочу проговорить про швы. Значит, швы у нас. Склейка швов в этой лодке. Как это все происходит? Швы клеятся вот так. Снизу лента. Потом соединяется материал вот таким вот образом. Снизу проклеивается. Потом лента идет сверху. Сверху прокатывается. Двойной шов получается. Вот, двумя лентами.
Клей используем Texaco, итальянский клей, отличный. Также отвердитель немецкий, Desmadur. Швы надежные, проверены, гарантия швов 2 года. Рекомендуем, все надежно. В нашем магазине вы можете приобрести коврики Eva специально для лодки 4.20. Мы вырезаем в размер. Это коврик Eva. Вот такие соты. Очень толстый, плотный материал. Защищает донышко, выравнивает его. Сейчас покажу, как это все стелится. Ковер постелили, он плотненько лег. Там, значит, его распределяем под баллоны. Дальше в нашем магазине можно приобрести мягкие накладки для этой лодочки оранжевого цвета. Смотрим, накладки оранжевые. Это комплект. Это одна накладка с сумкой. Вот такая сумка вместительная, шикарная. Вот она отстегивается, может сниматься, можно переносить в руке. Накладка наполнена вот таким вот мягким наполнителем. Очень удобно, рекомендую. Сейчас пристегнем. Накладочки есть. В нашем магазине можете приобрести интересные вот такие сумочки. Органайзеры. Сюда аккумулятор. Здесь твердая поверхность, можно пластмассу засверлиться, поставить эхолот. Это какие-то, значит, подстаканники. Здесь вот кармашки. Здесь большой карман. Это все одевается на электрос. Вот. Как и скамейки, да? Одеваем на электрос. Здесь, смотри, такая вот прокладка поролоновая. Все это одевается таким вот образом. Можно еще ремешками зафиксировать. Есть ремешки вот такие. Вот таким образом это все здесь держится. Сейчас покажу, еще есть поворотные кресла. Также предлагаем купить вот такие вот поворотные кресла. Есть у нас. Устанавливаются на банки. Вот она вот так складывается. Вот такое мягкое покрытие. Здесь вот есть вот такая вот площадка. Она крутится на подшипниках. Она прикручивается к банке. И таким образом кресло крутится. То есть вы сидите, допустим, здесь, да, и управляете двигателем. Очень удобно. Есть спинка, можно на нее облокотиться. Мы устанавливаем трансовые колеса. Специально удлиненные с нержавейки. Быстросъемные, откидные. Это все мы можем установить для вас. Есть колеса бескамерные. Есть колеса с камерой. Вот качается, ниппель стоит. То есть выбирайте, все в наличии, покупайте. Мы установим. Мы комплектуем лодки Риф моторами Yamaha, моторами Mikatsu и так далее. Все модели есть. Мотор Yamaha 9.9. Это двухтактный мотор. У нас уже стоит 11 шага винт. Это мотор оригинальный. С гарантией по России от официального дилера, 5 лет гарантия. Моторы мы отправляем по всей России, то есть заказывайте. Гарантия в любом дилерском центре в России. Сейчас проведу небольшую экскурсию, зайду в лодку в нашу, значит, Риф 4.20, 3 тонн. Смотрите, сколько места и как устойчиво лодка стоит. Лодку не болтает, она 3 тонн. Здесь могут разместиться до 7 человек. Если кому-то не хватает места, можно сесть на баллоны. Можно сесть прямо на донышко.
и таким образом, да, передвигаться. Вот здесь, смотрите, какое расстояние до человека, который управляет двигателем. Удобные сумочки, эргономные рымы, якорные рымы. Это все мы делаем. Обычно их ставят вот здесь. Есть большой, маленький с роликом. Дополнительно ручки устанавливаем. Это все у нас есть. Накладки. Ну и вот приблизительно я сяду в кресло, покажу вам, как это выглядит в кресле. У кресла есть спинка, очень удобно. Ноги, посмотрите, как я высоко сижу, ноги не затекают. Спина не затекает, здесь очень высокая посадка. Есть у нас спиннинг-держатели, насосы Браво БТП-12. Аксессуары к лодке все есть. Если нужна установка, мы все сделаем. Если заинтересовались покупкой лодки РИФ 420 и дополнительно к ней аксессуары, звоните, пишите, переходите по ссылке на наш сайт. Меня зовут Олег Кудрик. Мы в Санкт-Петербурге. Телефоны есть в ссылке. Делаем доставки по всей России. Работаем со всеми транспортными компаниями. Надежно упаковываем, отправляем лодки по всем городам России. Пишите, звоните, сделаем выгодное предложение. Пока!